вас приседаний это эффективно. Если вы продолжаете приседать до 50 или 100 приседаний, то вы просто делаете пустую работу. Читать вот эту книгу «Пиши, сокращай» Ильяхова и Сарычевой. И она, в принципе, ничего. Правда, я ее только начала, да. Если учитывать, что я ее уже однажды начинала и в итоге не продолжила, то, возможно, это о чем-то говорит. В книге очень много повторений. Несмотря на то, что первая глава посвящена без воды, я могу сказать, что воды там нет, но там очень много тебе прям вдалбливают, что тебе нужно делать. Хотя я прочитала чуть-чуть, да, но мне кажется, что это прям проблема какая-то. Ну, сказал ты один раз. Ну вот, все, закончили тему, да зачем мозги мозолить? Вот, а также мне не нравится то, что тут написано, что автор, допустим, если он хочет, чтобы текст был сильный, то нужно делать то, или вообще не писать текст. Также нужно обязательно сказать, что именно эта книга подойдет для тех, кто составляет в информационном стиле. То есть четко по пунктам, без воды, без всего. Соответственно, естественно, никакая художественная литература сюда не относится. Не относится сюда графомания. Этот человек пишет сам для себя. Планировала я, значит, поехать сегодня в Глотсад. Но по звукам идет дождь. Дел у меня сегодня очень много. Во-первых, надо разобраться со своей логикой, потому что сегодня последний день, когда я могу это сделать без последствий. Мне оценку не могут поставить уже месяц или больше, наверное, даже. В чем проблема? Тем более это зачет. Алло. Привет, Тань. Слушай, ну что насчет рисования плакатов? Мне кажется, просто не хватит времени мне сделать все, что я запланировала сегодня. Да, все-таки рациональное распределение не мое. Мыться. Вот. И тут я подумала, а почему бы мне не сделать нормально логику? Потому что тогда я ее делала на скорую руку, потому что мне сказали, в этот же день вечером уже будет конец задачи. Вот, и я такая, тш-тш-тш. И, в общем, там половина задания не сделана. Но так как зачет, я не сильно парилась. А тут, знаете ли, у меня как бы было очень много времени, но что-то я занималась другими делами. Вот, а тут мне сказали, что вот, если у тебя есть в полноценном объеме, я подумала, что это значит. Короче, наверное, я сделаю сейчас. Потому что у меня, в принципе, все есть. Что там дописать, я знаю, просто мне была лень, на самом деле. Что еще? Так, мы договорились с Таней на 7. До этого мне нужно сходить записаться к хирургу и, скорее всего, поехать сдать камеру на диагностику, потому что она сломалась, если вы не знаете. Просто я, по-моему, об этом говорила в каждом видео. Короче, мне Таня сказала, что ее подруга использовала вот эти вот маски, крема и так далее за 5 применений. 5!
вот такую банку, которая полная. Я не знаю как, я не знаю, что она делала с ней. Может быть, она просто макала лицо в банку, не знаю. Написала 3 вопроса по ГОСам. Мама говорит, что идет песчаная буря, а я собралась выходить. Все как обычно. Теплый? Там написано в теплый. Не поняла. Написано в теплый. Да, теплый. Полторы ложки столовой. Маленькую взяла. Я вчера купила себе щеточку для бровей, гель для бровей, извините. Вот, и счастлива. Вечера Тани нет. Вот что значит опаздывать. Фейковая встреча. Ладно, так, значит. Я опоздала на час. Друг друга понимала. Заметила.
короче. Как бы так. Дурацкое положение. В общем, я думала приготовить мидии, но сейчас уже практически час ночи, во-первых. А во-вторых, что-то там сложно, и вообще... Поэтому я решила не мучиться и в следующий раз заняться этим. А сейчас мы поедим просто вкусного супчика. Слушайте, ну, надо признать, что я не веду достаточно здоровый образ жизни. Но это вкусно. Пошла смотреть «Содержанки». Никогда не нравились такие сериалы, но этот зашел. Ваш орех. Вот. Это ужасно. Очень ужасно. Императивное и диспозитивное. Say you'll be brave! Как она это поет? Объясните, люди, которые умеют петь, как вы поете все-таки.